Всех приветствую! Продолжаем рассматривать работы художников и скульпторов и описание этих работ по книге «Великие музеи мира». Тюдор Джордж Такер. Настурции. Около 1903 года. Холст масла 101 на 71. Тюдор Джордж Такер родился в Финчли, в северном районе Лондона. Его семья была достаточно состоятельной. Дед являлся председателем Ост-Индской компании, и молодого Такера ждало большое будущее. Но он с юности намеревался идти другим путем. Молодой человек изучал европейское искусство и философию, брал уроки рисования и музыки. В 19 лет, под предлогом улучшения здоровья в теплом океаническом климате, юноша отправился в Австралию, где стал посещать занятия живописью при Национальной галерее Мельбурна. За свои работы он получил несколько призов. Позже Такер вернулся в Европу и начал обучение в Парижской академии Жульена. Там его сокурсником оказался знаменитый в будущем художник Эммануэль Филипп Фокс. В дальнейшем Такер занимался в школе изящных искусств, где завоевал золотую медаль. Затем он дебютировал со своими произведениями на салоне. В 30-летнем возрасте мастер вернулся в Мельбурн и открыл собственную художественную студию. Помимо педагогической деятельности, он участвовал во всех крупных городских и столичных выставках. Вклад этого живописца в развитие искусства Австралии неоценим. Работа «Настурции» создана Такером после приезда в Париж. Пейзаж написан аккуратными точечными мазками. Благодаря этому достоверно переданы разнотональные эффекты солнечного цвета на деревьях и доме. Высокие кремовые стены контрастируют с листьями ярко-зеленых настурций и других вьющихся растений. В глубине сада представлены два персонажа, и на их одежды также круглыми пятнами через кроны невидимых зрителю деревьев падает свет. Большинство полотен художника проникнуты тихой радостью. Они оказали большое влияние на творчество следующих поколений австралийских пейзажистов. Вот такое описание по книге «Великие музеи мира» к работе Тюдора Джорджа Такера «Настурции», 1903 год. Текст по книге «Великие музеи мира». Пока-пока, до свидания, смотрим работу.